Беседа с маршалом Головановым. Сегодня поехали к Молотову, в Ильинское, с Шота Ивановичем Квантальяни, и главным маршалом авиации Александром Евгеньевичем Головановым. День выдался теплый. Голованов, высоченный, в темной полиэтиленовой куртке, без шапки, Шота, среднего роста, широкий, тоже без шапки. Мы сели в усовскую электричку. Я достал свежий номер комсомолки, интервью с Г.К. Жуковым. Корреспондент Вайписков задает вопрос, не было ли опасным держать управление решающим сражением так близко от фронта? Речь идет о штабе Западного фронта в деревне Перхушково во время Московской битвы. Жуков отвечает, риск был. Ставка мне говорила об этом. Да, и сам я разве не понимал? Но я хорошо понимал, и другое, оттяни штаб фронта, вслед за ним оттянутся штабы армейские, дивизионные. А этого допустить было нельзя. Врет, резко сказал Голованов, и отбросил газету на скамейку электрички. Он ставил перед Сталиным вопрос о том, чтобы перенести штаб Западного фронта из Перхушково за восточную окраину Москвы, в район Арзамаса. Это означало сдачу Москвы противнику. Я был свидетелем телефонного разговора Сталина с членом военного совета ВВС Западного фронта генералом Степановым, тот поставил этот вопрос перед Сталиным по поручению командования фронтом. Сталин ответил, возьмите лопаты и копайте себе могилы. Штаб Западного фронта останется в Перхушково, а я останусь в Москве. До свидания. Кроме Степанова об этом знают Василевский и Штеменко. Жуков есть Жуков, но факт есть факт. А при встрече скажет, что либо такого не было, либо корреспондент не так написал, усмехнулся Голованов. Ехали около часа, говорили о самолете Як-40, мне довелось участвовать в его летных испытаниях 2 года назад. О гибели Юрия Гагарина. Когда мы сели с Молотовым за стол, подъехал старший внук Сталина Евгений Джугашвили, и более 5 часов шел интересный разговор. Приведу его некоторые отрывки, все заняло бы очень много места. «Принимаю гостей», — говорит Молотов, — «встречаемся, хотя гостей у меня бывает немного». «Это неплохо, когда гостей немного», — замечает Голованов. «Так тоже плохо». Нельзя без людей. Приходят письма, есть хорошие, а вот злые очень интересно читать. Они больше от души, соглашается Молотов. Мне какой-то повадился даже в стихах писать, жена у вас в земле, почему же, и вы не в земле? И подписывается, грамотный человек, искренний доброжелатель. Знает адрес, все как полагается. Без борьбы не обойдешься в политике. Всего-то коммунистов в Октябрьской революции было немногим более 200 тысяч. Считается, по-моему, наиболее правдоподобной цифра 240 тысяч. Все-таки 150 миллионов населения, больше половины неграмотных, надо строить социализм, а кругом враждебное окружение. И внутри. И как-то надо вытащить такую страну на большую дорогу. Тут, если не использовать даже временных союзников, даже на четверть союзников, никакого дела не будет. А своими руками они коммунизм не смогут построить. 1937 год, без него бы мы тоже не могли обойтись. Поставьте у власти самых святых людей, и пусть бы они прошли так. Одними разговорами мимо этих периодов, ничего бы у них не вышло, развалилось бы все. Тут без жестких мер, против ярых врагов не обойтись. Но попало, и не врагам. Да, соглашается Голованов, 37-й год, он при борьбе с 5-й колонной перерос, перехлестнулся, конечно. А без этого опасность была бы большая. Куда бы повернул Тухачевский, никому неизвестно. А вот я, между прочим, об этом говорил или не говорил. Климент Ефремович,
Я с ним разговаривал о Тухачевском. Эта личность меня довольно сильно интересовала. Так вот он мне сказал: Тухачевский, я ему никогда не верил и не верю. Верно, это так. Но не использовать таких лиц тоже неправильно. А вот до каких пор можно использовать, тут можно и ошибиться, либо слишком рано с ними разделаться, либо слишком поздно. Складывается мнение, что Тухачевский был антисоветским, говорит Квантальяни. Трудно сказать. Но то, что он был не совсем надежным, это безусловно, отвечает Молотов. Он был связан с Рыковым. С Рыковым был связан, безусловно. Тогда он был главной ударной силой правого уклона. А это очень опасно. Он на квартире у Рыкова часто бывал? Ну, это еще ничего не значит, на квартире бывал, говорит Голованов. Я тоже бывал у Рыкова, и Сталин бывал, подтверждает Молотов. Здесь дело не в одном Тухачевском, говорю я. Голованов. Если взяли, скажем, Тухачевского, ну 1000, ну 2, ну 10 000, ну 100 000, тут число перевалило, а самое главное, перевалило оно против всякого желания сверху. Люди же стали писать друг на друга, и черт те кто, уже и сволочь всякая. Много было ошибок, много, соглашается Молотов. В 1938 году ведь сам же Сталин вынужден был сказать, что тут что-то не то, надо разобраться. Я сам являюсь человеком, который оказался, так сказать, не в стороне от этих ударов. Меня исключили из партии, я чудом избежал ареста, был безработный, всей семьей голодали, буханку хлеба делили на неделю. Мужа моей сестры, известного чекиста, расстреляли, я прямо пишу об этом в своей книге. У меня было такое мнение, что Сталин все вершит, крушит. А вот когда встретился с ним, поработал не один год, увидел, что это совсем не то, человек он такой, как я о нем пишу. И то, что именно я, или Константин Константинович Рокоссовский, тоже пострадавший в 37-м, да еще как. Такого высокого мнения о Сталине, особенно неприятно для многих, не дает полностью затоптать его. Когда Хрущев попросил Рокоссовского написать какую-нибудь гадость о Сталине, тот ему ответил: «Товарищ Сталин для меня святой». На другой день Константин Константинович пришел на работу, а в его кабинете, в его кресле уже сидит Москаленко и протягивает ему решение о его снятии. Вот так делается. Рокоссовский говорит: «Встану утром, сделаю зарядку и вспоминаю, что мне некуда идти. Мы сейчас никому не нужны, даже кое-кому мешаем изобразить все по-своему». Однажды на правительственном приеме произнесли тост за Никиту Сергеевича, и все потянулись к нему с рюмками, даже хромой Мерецков, а мы с Рокоссовским где-то в серединке стояли, разговаривали, так, и остались стоять. Наверное, это заметили, потому что мы там самые длинные были, и больше нас на такие приемы не приглашали. А если о 37-м годе хотите узнать мое мнение, я считаю, что это было народное бедствие. Пострадали миллионы людей, но то, что Сталин на 100% виноват, сказать нельзя. Кто у него были главные помощники? В армии Мехлис. А по гражданским делам, по московской партийной организации, Никита Сергеевич Хрущев, и 54 тысячи человек на Украине он на тот свет отправил, он же был председателем тройки, он подписывал эти документы. Конечно, Сталин как главный руководитель нашего государства несет политическую ответственность за это, но сказать, что это творилось персонально, по каждому человеку, с его санкцией, такого мы сказать не можем. Говорить о 37-м годе, и не сказать о пятилетках, о политической борьбе внутри партии, о террористических актах,
которые творились кругом, не сказать о том, как прошла Великая Отечественная война, эти же вещи нельзя допустить. «Я вам скажу следующее дело», — продолжает Голованов, — «я был в ЦК партии, говорю, 37 год мне ясен, это все было на моих глазах, и я видел, как это делалось. А вот как насчет ленинградского дела? Я уже к тому времени с товарищем Сталиным не общался, не знаю». Мне отвечают, ленинградское дело организовано за спиной Сталина. Ну, думаю, раз за спиной Сталина, то тут, наверное, действовали три неразлучных друга, Берия, Маленков и Хрущев. Ходит такая версия, что якобы Сталин называл Вознесенского как фигуру, которая сможет после него руководить партией, государством. «Я не слыхал об этом», — говорит Молотов. «Я недостаточно в курсе этого дела. Имею только свои предположения. Сказать, что это было при Сталине, и без ведома Сталина, нельзя. В ленинградском деле был какой-то намек на русский национализм. Всей картины я не представляю полностью, но знаю, что была одна такая штука, которая обсуждалась и вызвала возмущение Сталина. Без ведома ЦК некоторые товарищи затеяли всероссийскую ярмарку в Ленинграде. Вознесенский, как зампред Совмина, и Госплан, поощрял это дело. Видимо, была какая-то попытка или намек создать группировку на экономической, так сказать, деловой, практической почве. Стали между собой сговариваться ленинградцы и горьковчане. Вознесенский в центре. И не доложили, обошли Сталина. А что было доложено в госбезопасность, я просто не в курсе дела. Видимо, истолковали как попытку создания легальной группировки на почве экономических и торговых дел. У меня не было представления, что это какая-то оформившаяся группа, но возможно, начали подсовывать материалы, документы. Надо иметь в виду, что Берия боялся Вознесенского и очень был против него. А Вознесенский, безусловно, очень подготовленный, крупный работник, но претендовать на руководство партии он никак не мог. Сталин его сделал первым замом по совету министров, Берии это очень не понравилось. И потом мне Берия говорил по телефону, что были у Сталина, убедили его, что это неправильно. И Сталин тоже пришел к такому выводу. Вознесенского сняли с первых замов. Видимо, в это время чекистские органы подготовляли какой-то материал, что там было, не могу сказать. А Маленков туда ездил, конечно, по указанию Сталина, сам он в таких делах ничего самостоятельно не мог предпринимать. Он был хорошим, честным исполнителем. Никто из нас в таких делах не мог решать самостоятельно. Маленков тут стал козлом отпущения. Знаете, Вячеслав Михайлович, продолжает Голованов, я очень внимательно вас слушал. Я, конечно, не знал всех деталей, но мимо Сталина это не могло пройти при существующей системе. Когда мне было сказано, за спиной, это же страшное дело. И при том, когда на Сталина, как говорят, вешали всех собак, ленинградское дело почему-то всегда в стороне оставалось, для меня этот вопрос темный. Я все-таки 10 лет в ЧК проработал, на вопросах разведки и контрразведки, на самом горячем месте, оттуда вся закалка у меня, и я считаю, что только ярмарка послужить причиной не могла. То, что у меня осталось в памяти, какая-то группа создалась. В последний период при Сталине Берия меня уже плохо информировал. Я был немного в стороне, и при Хрущеве тем более не был в курсе некоторых дел. При мне не обсуждалось о Вознесенском. Я знаю, что Берия очень ревниво относился к Вознесенскому, оба из группы ровесников, поколения, идущие позади меня, но выдвигающиеся люди. Тут могла быть и кое-какая ревность и свои, к
карьеристские соображения. У Вознесенского есть книжка об экономике во время войны. Вот что он успел. Но он мог написать, конечно. Имел и свои недостатки, но я бы сказал, что, конечно, покрупнее, чем какой-нибудь. Он выдвигался, безусловно, вперед. Вознесенский – молодой, активный человек. И, конечно, Берия мог бояться конкурента, а он сам готов был. Мне один читатель, говорю я, в письме прислал такую фразу: «Сталин зря никого не расстреливал». Что значит «зря»? Слишком вольно. Я думаю, Вознесенского зря расстреляли. И Кузнецова, наверное. Кузнецова, да. Кузнецов ленинградский, по-моему, неплохой парень, был неплохой. Он мне нравился. Его я всячески поддерживал. Из тех, которых я знаю, он очень хороший. К нему Сталин хорошо относился, но вот эта группа Вознесенского. Запачкался ли он тут, я не знаю, а может быть, и некоторая торопливость была. Мне говорили, еще немного я бы тоже не уцелел. На кого же он мог опереться? И у меня были ошибки. Он сам говорил, кто ничего не делает, тот не ошибается. Да, конечно, я тоже виноват, хотя в то время я уже был отодвинут Сталиным. Но я держался более крепко, чем большинство других в верхушке партии. Но возложить на Кузнецова руководство партии – это выпустить из рук главное. Он мало подготовлен был к этому. А так, повторяю, человек хороший, партийный, глубоко партийный, не во всем разбирался. В ленинградском деле многое осталось неясно. Да, партийное дело – это непростое дело. Я считаю, что с Вознесенским и Кузнецовым допустили ошибку. По-моему, ошибка. Хороший парень был Кузнецов. Особой активности не проявлял, не лез куда-то наверх, но честный, преданный человек, и во время вражеского окружения Ленинграда держался неплохо. Желания отдохнуть не проявлял. Что Сталина одурачить можно? Спрашивает Квантальяни. Не в таком деле. Я никогда ни от кого такого не слышал, говорит Голованов. Берия Сталина боялся, по-моему, больше, чем кто-либо другой. Я считаю, что Берия был величайшим интриганом. Верно, ему было далеко до Талейрана, но он мог творить все эти дела. Все члены Политбюро Берию физически боялись. Хрущев, Маленков и Берия во время войны были приятелями. Но это была не глубокая дружба. Берия решил, если Хрущев будет первым, а Маленков председателем, то он за ними. А Хрущев хитрее его оказался. Хитрее, говорит Молотов. Если Сталин все знал, не полагался на глупые советы, то значит он несет прямую ответственность за невинно расстрелянных, говорю я. Немножко иначе. Одно дело, понимать идею, а другое, как проводить ее в жизнь. Надо бить правых, надо бить троцкистов, дается указание, наказать решительно. За это Ежов был расстрелян. Если отказаться от жестких мер, есть большая опасность, что в трудную минуту страна может расколоться, и тогда черт знает что выйдет, будут гораздо большие жертвы, миллионы жертв, и крах. Во всяком случае, острый кризис. Все это правильно, говорю, Ежова расстреляли, а невиновных-то не выпустили. А ведь там же много было, и правильно арестованных. Разобрались, кое-кого выпустили. В 38-м году выпускали, говорит Голованов. Но большинство-то осталось. Возражаю я. Была назначена комиссия по вопросу о Тивосяне, когда его арестовали. В эту комиссию я входил, Микоян, Берия, может быть, кто-нибудь еще. Тивосян был членом ЦК, безусловно, честнейший человек, прекрасный специалист своего дела в металлургии, особо квалифицированный. Ну вот, показали на него, что он вредитель,
что он фактически проводит вредительскую линию в нашей сталепромышленности. Он проработал в Германии крупно и с большим успехом, с настойчивостью проводил это дело, но на него пришло много показаний от специалистов и хозяйственников. По инициативе Сталина была назначена комиссия проверить. Мы пришли в АГПУ, выслушиваем показания. Приходит один инженер, другой, третий. Все говорят, что он вредитель, потому-то, указания давал такие. А Тивасян тут же сидит, дает ответы, разоблачает, кроет их вовсю. Мы сопоставили показания и убедились, что все обвинения – чепуха, явная клевета. Его оправдали, он остался членом ЦК, продолжал работать. Сталину доложили, он согласился. К сожалению, после этого погиб мой помощник, который по моему поручению собирал документы для оправдания Тивасяна. Кто это делал? Солженицын пишет, говорит Квантальяне, что Сталин сам выдвинул Ижова, и сам же заставил его перебить партийные кадры. Это не так. Ижов был выдвинувшийся довольно крупный работник. Росту невысокого, худенький, но очень напористый, крепкий работник. А когда он оказался у власти, дали ему крепкие указания, потянуло его, и он стал рубить по плану. За это поплатился до него Ягода. Не сразу человек выявляется. Но тут наломали дров, конечно. Сказать, что Сталин не знал об этом, абсурд, но сказать, что он отвечает за все эти дела, тоже, конечно, неправильно. Я такой точки зрения держусь, говорит Голованов. Петр I стоял во главе государства, верно, он Ленинград на костях построил, об этом, правда, много не говорят, говорят, что прорубил окно в Европу. Если б Сталин был живодером, ради своего садизма убивал людей, жрал их, это одно дело. Некоторые так и считают, говорю. Но я-то его знал хорошо, никаким кровожадным тираном он не был, говорит Голованов. Шла борьба, были разные политические течения, уклоны. При строительстве социализма нужна была твердость. У Сталина этой твердости было больше, чем у кого бы то ни было. Была пятая колонна? Была, и речи быть не может. И, конечно, были не стрелочники, а определенные деятели. Я себе не представляю такого положения, чтоб меня сегодня посадили, как Тухачевского, а завтра я дал такие показания, что я немецкий разведчик или польский резидент. Били. Да черт с ним, пускай бьют, пускай калечит. Людей подвешивали на крюки, а люди в морду плевали. Если б Тухачевский таким не был, он бы сказал. Если бы у него была воля, я думаю, дальше дело бы не пошло. И все сразу бы открылось. А если человек все сразу признал, и на стольких людей в первый же день показал, да еще Бенишевская фальшивка спровоцированная. А дальше все пошло своим чередом. Вон Рокоссовский, как его не истязали, все отрицал, ни на кого не показал, ни одного не арестовали больше, в Шлиссельбурге сидел, выпустили. Константина Константиновича еще, и за это особо уважают в армии. И у Сталина Рокоссовский был на особом счету. Кстати, после Сталинградской битвы он стал вторым человеком после Шапошникова, которого Сталин стал называть по имени-отчеству. Он считал Рокоссовского великим полководцем. Неспроста он командовал парадом Победы, честь по заслугам. Сталин спрашивал, Константин Константинович, там били? Били, товарищ Сталин. Сколько у нас еще людей, чего изволите? Сказал Сталин. И у меня Сталин пытался выяснить, кто меня исключил из партии. Я подумал, скажу ему сейчас, и завтра этого члена Политбюро не будет. Так и не сказал. Ведь как в народе, пишут, пишут. Как на Тивасяна заставили писать.
Я видел тогда людей таких, и сейчас знаю людей, которые прямо говорят: «Александр Евгеньевич, я писал на того-то, на того-то». Почему писал? Боялся. Правильно, говорит Молотов. Были и такие, что никто их не заставлял, а писали. Но вопрос рассматривается в общем. А если так, то надо и на частные вещи смотреть. Почему тот же Хрущев так себя вел? Выявлял врагов народа. Командиру дивизии на Украине, мне товарищи рассказывают, приезжает в гарнизон Хрущев, собирает народ. Товарищи, кругом враги народа. Командиру дивизии обращается: сколько ты врагов народа разоблачил? Сажают, арестовывают. Вот вам подручные. Хрущев принес Сталину списки врагов народа, Сталин усомнился, неужели так много? Их гораздо больше, товарищ Сталин, вы не представляете, сколько их. У меня есть один товарищ, летал со мной бортмехаником, когда я был летчиком гражданской авиации, потом пошел учиться в политическую академию, стал ученым, преподавал в Академии Генерального штаба, а когда начались вот эти разоблачения, его перебросили в Институт марксизма-ленинизма, и он там 3 года перебирал документы, искал подписи Сталина под расстрелами и прочее. И между прочим, ни одного такого документа не нашел. Нет, можно найти. Можно найти. Мы вместе подписывали. Списки давали нам. Обсуждали вместе, по анкетам, во всех деталях. Сидят все члены Политбюро. В основном, подписывали Сталин, по партийной линии, и я, по советской. Такие документы, после которых многим, конечно, не сладко приходилось. Военные мне говорили, что Хрущев тоже подписывал, говорю я. Безусловно, он подписывал. Я подписывал Берии то, что мне присылал Сталин за своей подписью. Я тоже ставил подпись, и где ЦК не мог разобраться, и где несомненно была и часть честных, хороших, преданных. Ну, вот, пускай кто-то докажет, что нельзя было этого делать. Могут говорить те, кто в большевиках никогда не был до революции. И Калинин подписывал? Спрашивает Квантальяни. Калинин. И другие. Не на всех ставили подписи. Фактически, тут, конечно, дело шло на доверии органам. Конечно, на доверии, подтверждает Голованов. Иначе, всех сам не можешь проверить. Меня интересует письмо Бенеша Сталину, говорит Квантальяни. Вот что пишет об этом Черчилль. Советская Россия дулась в своей изоляции, окруженные санитарным кордоном антибольшевистских государств. Хотя мы продолжали свои усилия, никакого прогресса на Востоке достигнуто не было. Я никогда не был против попыток дать Германии больше удовлетворения на ее восточной границе. Однако, в эти недолгие годы надежды к этому не представилось возможностей. Лавль нанес 3-дневный визит в Москву, где был радушно принят Сталиным. Сталин и Молотов, конечно, стремились прежде всего выяснить, какова будет численность французской армии на Западном фронте, сколько дивизий, каков срок службы. После того, как с вопросами такого характера было покончено, Лавль спросил, не можете ли вы сделать что-нибудь для поощрения религии и католиков в России? Это бы так помогло мне в делах с папой. Ого! Воскликнул Сталин. Папа! А у него сколько дивизий? Осенью 1936 года президент Бениш получил от высокопоставленного военного лица в Германии уведомление, что если он хочет воспользоваться предложением фюрера, ему следует поторопиться, так как в России в скором времени произойдут события, которые сделают любую возможную помощь Бенеша Германии ничтожной. Пока Бениш размышлял над этим тревожным намеком, ему стало известно,
что через советское посольство в Праге осуществляется связь между высокопоставленными лицами в России и германским правительством. Это было одним из элементов так называемого заговора военных и старой гвардии коммунистов, стремившихся свергнуть Сталина и установить новый режим на основе прогерманской ориентации. Не теряя времени, президент Бениш сообщил Сталину все, что он сумел выяснить. Есть, однако, сведения, что полученная Бенишем информация была сообщена чешской полиции АГПУ, которая хотела, чтобы Сталин получил эту информацию из дружественного иностранного источника. Эти сведения, впрочем, не умаляют услуги, оказанной Бенишем Сталину, и поэтому не имеют значения. За этим последовала беспощадная, но, возможно, не бесполезная чистка военного и политического аппарата в России и ряд процессов в январе 1937 года, на которых Вышинский столь блестяще выступал в роли государственного обвинителя. Хотя в высшей степени маловероятно, чтобы коммунисты из Старой Гвардии присоединились к военным или наоборот, они, несомненно, были полны зависти к вытеснившему их Сталину. Поэтому могло оказаться удобным разделаться с ними одновременно в соответствии с обычаями тоталитарного государства. Были расстреляны Зиновьев, Бухарин, Радик и другие из числа первоначальных руководителей революции, маршал Тухачевский, который представлял Советский Союз на коронации короля Георга VI, и многие из высших офицеров армии. В целом было ликвидировано не менее 5000 должностных лиц и офицеров в чине не ниже капитана. Русская армия была очищена от прогерманских элементов, хотя это и причинило тяжелый ущерб ее боеспособности. Советское правительство заметно склонилось в сторону антигерманской политики. «Не уверен», — говорит Молотов, — «что этот вопрос правильно излагается. Бениш был заинтересован в хороших отношениях с нами. Но не мог Сталин поверить письму буржуазного лидера, когда он далеко не всем своим вполне доверял. Дело в том, что мы и без Бениша знали о заговоре. Нам даже была известна дата переворота. Я привез журнал Вячеславу Михайловичу, говорит Голованов, 11 номер октября, где уже описывается ваш полет в 1942 году. Прошло уже? Как прошло? Если б вы знали. Со скрипом? Скрип, не то слово. Вот уже два номера, 9 и 11. Я же Брежневу написал записку, довольно такую, я бы сказал, злую. Речь идет о мемуарах. Голованова «Дальние бомбардировочные», публикации которых началась в 7 октября за 1969 г. Феликс Чуев, вот, довольно злую. И после этого, все-таки с большими огрехами, снова стали печатать. Надо вам сказать, повыбросили много. Кстати говоря, МИД выбросил знаете что? Всю предательскую политику Черчилля, его попытки помешать вашей встрече с Рузвельтом. Но основные вопросы, по которым мы с вами говорили, остались. Причем у меня есть данные из МИДа, что Майский возмущается. А что Майский? Что о нем слышно? Мне сказали, он считает, что это дело не рук Молотова, а дело его рук. Ой, это же просто. И то, что он написал о себе насчет Второго фронта, конечно, неправильно и некрасиво с его стороны. Он служил, выполнял указания, посол обязан это делать. Способный человек. Я всю правду описываю, как вы с Черчиллем решали вопросы в отношении договора, как он отказывался подписывать это коммюнике, как вы решили все это у Рузвельта, вернулись обратно в Лондон, и Черчилль вынужден был подписать. Вначале, в Англии, я перед отъездом подписал договор с Идином, министром иностранных дел, а в Америке,
коммюнике о взаимоотношениях в будущем и о втором фронте. А после Америки я приехал снова в Англию, надо было тоже подписать. Все, как вы говорите, там изложено. Абсолютно так, потому что у меня кое-какие материалы есть, я товарища ли поспрашал, потом мы с вами говорили, вы чисел уже особенно не помните, но смысл. Я там в конце написал, что данная поездка, хоть и была сопряжена с явными неудобствами, риском и другими вещами, но она сыграла положительную роль в войне. Я Брежневу прямо написал, что меня под разными предлогами отказываются печатать. Могу я, состоящий ли в партии более 40 лет, отвоевавший 4 войны, писать правду о том, что я видел, чему был сам свидетелем? Верно, это правда кое-кому не нравится. Если я эту правду могу писать, прошу, так сказать, дать соответствующие указания, если не могу, вы мне прямо сообщите, я писать не буду. Вежливо написал, но прямо вопрос поставил, или. Вызвали меня в отдел административных органов ЦК, больше 2 часов говорили. Ну вот, снова стали печатать. Вырезают, правда, много. Далее был долгий разговор, и острый спор об экономике страны. Приведу отрывок, он, на мой взгляд, характерен для взглядов Молотова на эти проблемы. Спрашиваю, верно ли это, мы будем повышать реальную зарплату, и по возможности оставлять цены стабильными, а снижение цен речи вообще нет. Лучше было, снижение цен, говорит Квантальяни. Видите? Лучше то снижение цен, отвечает Молотов, но государству легче повышать зарплату. А почему вы сразу, после войны, пошли на снижение цен? Почему каждый год, регулярно? Мы тут с вами немножко не сходимся уже не в первый раз. Это был громадный моральный выигрыш. Громадный плюс. Но дело в том, что надо смотреть на вещи так, как они есть. Я бы, конечно, был бы заинтересован, чтобы приукрасить то, что было до войны, потому что к этому стоял очень близко. Но все-таки у нас все 30-е годы тоже шло повышение цен. Времена разные. Сейчас комсомольским работникам чайки подают, а вы в телогрейках строили. Времена разные. Разные, но надо все-таки быть объективным, не очень упрощать. Шота Иванович, так как надо сказать, что сейчас живут значительно лучше, чем до войны. Иначе, и быть не может, за это мы и боролись, чтобы лучше жить. Конечно, кое-чего достигли. Опасность есть другая, расширение неравенства. Вот беда, вот она где язва, а не в том, что теперь хуже живут. Несмотря на то, что теперь живут лучше, в среднем, и рабочие, и тем более, крестьяне, есть очень отрицательный факт, что углубляется в стране неравенство. Это язва. Диапазон зарплаты у нас, 1:30. Десхол правильно говорит о Чехословакии, в «Правде» было опубликовано с сокращениями, о чехословацких событиях, когда мы начали принимать меры, он высказался за то, что правильно Советский Союз проводил вместе с другими странами вмешательство в чехословацкие дела, хотя итальянская компартия была против, французская – против, английская – против, и другие. Он, все-таки в Америке находясь, верно сказал, что это было совершенно необходимое мероприятие, а что касается Чехословакии, то лучше было бы, если бы там в предыдущие годы помедленнее поднимался уровень заработной платы, но больше укреплялся бы социалистический строй. Вот дело в чем. А это, и у нас недостаточно понимают. Вот я о чем говорю. Подниматься он должен обязательно, без подъема жизни социализм не может, в этом его смысл. Но я тоже за то, чтоб уровень жизни поднимался пусть медленнее, но за то, чтоб укреплялся строй социализма,
тогда нам ничего не страшно. Это самое главное. На этом мы в 30-е годы и выиграли, при всех недостатках. Сталин смело шел по этому пути? Безусловно. Безусловно, больше, чем кто бы то ни было. Недостатков много было, конечно, при всем нашем желании, особенно у Сталина, который наиболее крепко проводил линию. Конечно, лучше было бы поднимать уровень жизни, снижать цены, но пусть хотя бы стабильность, уже неплохо. А у нас и стабильности-то нет. Еще лучше, если б снижали цены, но центр тяжести я все-таки переношу не на этот вопрос, а на то, что неравенство. Стабильность цен – это укрепление товарно-денежных отношений, а не ослабление их, как нужно для социализма. Это не обязательно, потому что товарно-денежные отношения не только в ценах – это более сложный вопрос. И сама стабильность цен не говорит в пользу или против товарно-денежных отношений. Я за то, чтобы взять курс на постепенное уменьшение роли товарно-денежных отношений. А сама стабильность цен, она не мешает. Но если мы не станем снижать цены на товары, как же мы будем ослаблять товарно-денежные отношения? После войны не снижать цены мы не могли, но такой смелый, такой настойчивый курс, который проводился, это, конечно, большая заслуга Сталина. Но эта линия недостаточна в настоящих условиях, поскольку идет расширение неравенства. Стабильность цен на бумаге, а на деле – рост. Это, конечно, плохо. Если мы возьмем процент прибавленной заработной платы и процент подорожания продуктов, то все получается шиворот на выворот, говорит Голованов. Зарплата растет, а цены ее опережают. Мы сами тогда скатываемся на потребительскую точку зрения, отвечает Молотов. Голованов смеется. Этим не убедишь тех, кого надо убедить, что пора кое-что менять. Не убедишь. Напечатали директивы 24 съезда, что мы за счет 36-процентного повышения производительности труда увеличим производство на 87%, то есть выходит, если мы на 100% поднимем производительность, то производство сразу увеличим в 3 раза за год. Неверно это. Выберите цифры, но играйте. Если это предположение ни на чем не основано. Почему? Спрашивает Голованов. Дело в том, что производительность труда мы можем поднять только до 37-38%, и каждый дополнительный процент до 40 он очень труден. А как можно говорить о 100-процентной производительности? Вячеслав Михайлович, я вас убью вашим же докладом на Х8 съезде партии, говорит Голованов. Что вы хотите этим сказать? В этих делах я в курсе дела. То, что в вашем докладе главное внимание уделено вопросам производительности труда. То, о чем говорил Ленин, о чем говорят, но весь вопрос в том, что говорить, одно, а делать, другое. Кое-что в докладе Косыгина перекликается с вашим докладом. Производительность труда на первое место. Бороться с прогулами, расхлябанностью, у вас это делалось. Предавали суду за 20 минут опоздания на работу. Это дало реальные результаты. А сейчас из 5 миллионов строителей в нашем государстве, 500 000 каждый день не выходит на работу. Этого не было, между прочим. Было, но в меньшем размере. Вам отсюда не совсем все видно. Наверное. Не все видно. То, что пишется, и что делается, это небо и земля, большая разница. Люди стонут, невозможно сделать то, что записано. Какова экономика, такова и политика. Лодыри до черта, прогулов до черта. Печь пустили к съезду, теперь закрыли. Цирк московский дал одно представление, закрыли. Я был в Усть-Илимске. Приписывают. Рапортуют о выполнении.
Нет, сыя. А сые, к операторам. Замкнутый круг. Сталин говорил, что никакой пропаганды, никакой агитации мы, мировой пролетариат, так просто вокруг себя не объединим. Нам нужно показать, что люди в нашем государстве живут лучше, чем в Америке или другой стране капиталистической. Вот это будет лучшей агитацией, лучшей пропагандой. Не повторяйте разговоры, которые идут, говорит Молотов. Я остаюсь при своем мнении. Разве можно считать правомерным, что в социалистических государствах в два раза выше прожиточный минимум, чем у нас? Мы что, все время будем пояс затягивать? Я помоложе вас, я никогда не был в политбюро, говорит Голованов. А при чем здесь? Я это говорю не с той точки зрения, что вы пост большой занимали, а с той, что у вас кругозор шире, совсем другой. А по существу? Я считаю линию Сталина совершенно правильной, что в первую очередь надо ставить свое государство по материальному обеспечению населения. А сколько бы мы с вами не занимались пропагандой и агитацией, я с вами не совсем согласен, сердится Молотов. Вы упрощаете дело. И так Сталин не рассуждал, как вы ему приписываете. Так Сталин не рассуждал, так упрощенно. И так Ленин не мог рассуждать. И ни один человек, который согласен с марксистской позицией, не может встать на эту позицию. Вы равняетесь по плохим коммунистам, а надо по хорошим. Я ручаюсь, что слышал это от Сталина. Вы не так его поняли. Нельзя так рассуждать. Ваши цифры не точны. Я с вами согласен, что там уровень жизни выше, в 1-5 раза, сомневаюсь, что в 2 раза. Если мы собьемся с правильных соотношений, мы перейдем на слухи, это неизбежно. Я считаю, что уровень жизни у них выше, мясо едят больше, обуви у них больше, насколько, я допускаю, в 1-5 раза. А я считаю, что мы заинтересованы, чтоб у них так было. Другой пример. Наши прибалтийцы живут на более высоком уровне, чем москвичи. И нам это необходимо. Это политика, соответствующая интересам Москвы. Надо мне с вашим зятем Алексеем Дмитриевичем побеседовать, умный мужик, кладезь всех цифровых данных. Так, как вы говорите, я согласен.